за его общение с одним из наших местных негодяев по фамилии Котенко, зовут его Олег. Это старый такой аферист, прожженный, который вечно лез туда, куда не надо. И на данный момент получил из Воробья документы, что он представляет Совет национальной обороны. Он приезжал сюда, пытался скоординировать действия с нашими бизнесменами, с нашими согражданами, которые, ну, жителями нашего города. Организовывал, значит, здесь какой-то фронт освобождения чего-то, я так и должен не понять. Но, зная эту нерву хитрую, он же такой мутнорылый, непонятный дядька, что как не дядька, а мальчишка. Он лично приезжает, никогда в открытую он нигде особо не придвигался. Ну что, Прокотенко. И такой вылез, пошипить немножко, раз и смылся. А сухонос имеет связь не только с товарищем Котенко. Это уже выявленный факт. С ним была беседа, я тоже с ним разговаривал, поскольку знаю его личность. Вадик согласился работать со следствием с нашим. С ним ничего страшного тоже не происходит. Сыт, одет, обут, чистый, кушает, все нормально.